При покупке активов стоит придерживаться портфельного подхода. Такое решение позволит снизить риски, так как инвестор вкладывает деньги не в конкретную компанию, а сразу в несколько ценных бумаг. Их количество зависит от общего капитала, но большинство инвесторов включает в свой портфель 10-15 эмитентов. Независимо от склонности к риску, нужно выделить долю под менее рискованные инструменты. Доход по ним ниже, но они обеспечивают стабильность и защищают капитал при сильных падениях фондового рынка. К таким бумагам относятся акции голубых фишек, то есть лидеров в конкретной отрасли, которые стабильно выплачивают дивиденды, а также облигации и фонды. Другая часть портфеля – рискованная. Туда инвестор покупает активы для получения повышенной доходности. То, в каком соотношении приобретать ценные бумаги, зависит от целей и сроков инвестирования. Определиться с покупкой акций помогут инвестиционные идеи, составленные аналитиками Freedom Finance. Они рекомендуют к покупке различные ценные бумаги в зависимости от конкретных обстоятельств. Прислушиваясь к таким идеям, инвестор покупает акции своевременно и по наиболее выгодной цене. Существуют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные идеи. Они зависят от тех событий, на которые рассчитывает аналитик. Если он рассчитывает, что компания в ближайшее время хорошо отчитается о своем бизнесе, то это краткосрочная идея. Если аналитика рассчитывает, что продукт, который она запускает сегодня, будет хорошо продаваться в ближайший год и компания хорошо заработает, то это среднесрочная идея. Если есть понимание, что компания, например, запустит в будущем необходимое лекарство или препарат для лечения сложных заболеваний, и это будет иметь успех, то это может считаться долгосрочной идеей. Среднесрочные инвестиционные идеи имеют интервал от 3 месяцев до года. У большинства из них нет четкого срока реализации, поэтому есть вероятность как досрочного закрытия конкретной позиции, так и перехода этой идеи в долгосрочный период. Инвестиционные идеи регулярно публикуются в телеграм-канале Freedom Finance и в торговом терминале. Кроме того, вы всегда можете позвонить своему менеджеру или написать нам, чтобы мы смогли поконсультировать вас по этим и другим вопросам.